Приготовиться Юсупов Айрат Сарманова, Шаймарданов Рамазан. Бойцы занимают места на ковре и готовятся провести первые схватки. После почти трехгодичного пандемийного перерыва ежегодный республиканский турнир по самбо снова в Альметьевске. Предыдущие действия. Один балл красный. Один из новичков турнира – Артем Качмаржик из Казани. Он в синем кимоно. Это его третьи крупные соревнования. Сам бы его привел отец, потому что последний в молодости сам занимался этим спортом. Самое сложное, по мнению Артема, – подобрать ключ к своему сопернику. Очень сложно. Что было сложно? Понять противника. Очень непонятный, тяжело было опознать его тактику. Казань, Болгар, Сарманово, Богатые Сабы, Нижнекамск, Нурлат, Альметьевск, Бугульма и соседний Дмитроград Ульяновской области. Традиционная география соревнований. В общем, на турнир собралось 90 участников. Сейчас Федерация самбо продвигает этот вид борьбы как олимпийский вид спорта. И, по словам организаторов турнира, недалек тот день, когда самооборона без оружия станет в школах самостоятельным предметом. Я думаю, в дальнейшем развиваться. Надо побольше привлекать молодежь, чтобы они, если будут заниматься спортом, это отвлечет от улицы, от телефона, от дальше лучше... Физически подготовленные, здоровые. По итогам соревнований самбисты из Альметьевска заняли 2 первых места, 1 второе и 4 третьих. Тимур Туманов, новости Юго-Востока.